Всем привет, с вами Александр, и сегодня возвращаемся в Prison Architect. Со времен последнего прохождения вышло два дополнения. Там одно было про остров, ну про острова, вот, но это больше было похоже все-таки на какой-то мод. Вот. И на днях вышло дополнение с фермер возможности. Заключенные могут сразу коноплю сажать, тут же собирать, и тут же их за это будут арестовывать. Так что, ну что, давайте посмотрим, что нам разработчики на этот раз предоставили, какие возможности. Значит, создаем новую тюрьму. Ну, делаем ее женской, да, потому что у нас два раза уже было. Были мужские тюрьмы. Вот, давайте попробуем в женскую колонию поиграть. Два новых начальника, да? Ты кто? Ботаник. Обладает огромным опытом в области сельского хозяйства и может значительно улучшить эффективность тюремных ферм. Ага, смотрите, тут это еще и продавать дело можно, да? Ну, по-любому каннабис выращивать будем. Так, шанс получения семян, а также делает растения и собранный урожай устойчивее к увяданию и порче. Хорошо. Эколог. Эколог знает о чистой энергии не понаслышке и может значительно улучшить эффективность источников чистой энергии, увеличивает производительность всех источников чистой энергии, а также повышает экспортную цену продаваемой энергии. Ага, то есть мы еще и энергией торговать будем, да? Слушайте, это интересно. Так, ну кого, ботаника или эколога? Давайте ботаника. Так, тут кто? Овчарка. О, вот этого. Ну, все-таки женская тюрьма, все по красоте должно быть, гламурненько. Так, карту. Ну, давайте, наверное, опять же большую. Туман войны. Напоминаю, густые. Нет, остров. Так, вот это мы берем. Соединенный. Начальный участок земли окружен водой, а с дорогой его соединяет мост. Это взаимоисключающее, да? Угу. То есть тут лодочный причал, а тут мост. Давайте, наверное, с лодочным причалом попробуем. Так. Нет, это нет. Генератор лесов нет, генератор озер нет, здания нет. Условия поражения. Бунты, пожары, да. Ой, оно и было. Банды, конечно, да, невменяемые. Это психи у нас, да? Оставляем так, что-то новенькое, динамическая репутация. Нажмите, чтобы включить или выключить Зашибись. Написание, конечно, прям. Ладно, давайте попробуем. Происшествия нет. Перевод заключенных. Так, установить критерии, при соответствии которым заключенных могут рассчитывать на перевод в сектор с менее строгим режимом. Так, наверное, да. Это мы оставим. Ну, погода и температура, понятно. Потребности сотрудников, да. Планы побега, да. Неограниченные средства нет. Бюрократия на старте нет. Ну и чит-кодов, наверное, тоже не будет. Ну что, блин, а тут они так и не поменяли. Все, значит, женская колония, ботаник, забавный мопсик. Тут вроде все проставили. Режим начальника тюрьмы нет. Ну что, выиграть? Есть, загрузили. Так, давайте ставим паузу и смотрим, что у нас. Эко-тюрьма. Сейчас вернемся к этому. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, еще вспомнить управление. Ну, как-то, знаете,
Я все-таки думал, островов будет побольше. То есть у нас есть типа начальный остров, да, и какой-то основной остров. И также два не пойми чего. Что с ними делать, никто не знает. Ой, ладно, что, будем выживать. Ну и, наверное, как всегда, сейчас поставлю на паузу. Что-нибудь тут напланируем по-быстренькому. Вот, и будем посмотреть. А, ну давайте для начала посмотрим. Значит, ну задачи понятно. По невменяемым это мы помним. Так, прочесть письмо. Да, прочли. Остров. Так, на острове изоляции. Позвольте дать вам пару советов по работе причалов и вертолетных площадок и островных тюрем. Так. Острова, не связанные с континентом, понятно. Паромные причалы, мосты и водные пути. Теперь в вашей тюрьме ничего не страшно. Вы можете вызвать отряды элитного. А, ну все то же самое. Пожарные вертолеты вместо машин. Элитный спецназ тоже, походу, на вертолетах будет. Угу. Так, настройка транспорта между доступными причалами. Ага, то есть можно делать разные причалы под разные зоны доставки. Хорошо. Так. Теперь вы можете окружить свою тюрьму рвом или океаном. Угу. То есть некое подобие терраформинга, что ли, добавили? Интересно. Так, ну и новые меры безопасности. На лодках, вертолетах. Ага, все равно могут контрабанду. Так, сканеры на складах, монитор, сканер. Ну, в общем, дали варианты новых способов доставки контрабанды и дали борьбу с этой контрабандой. Угу. Даже с острова можно убежать. Постройте снайперские вышки, которые остановят тех, кто решил поплавать. А акул можно тут разводить? Я бы вот акул бы сюда, ой, запустил. Ну а чё? И кормить не надо. Так, прибытие заключенных понятно. Теперь эко-тюрьма. Ох, ё. Борьба за экологию. Основные особенности использования чистой энергии указаны ниже. Чтобы посмотреть их, наведите курсор на каждый подзаголовок, и вы увидите соответствующее описание. Основы фермерского хозяйства. Ой-ой-ой-ой. Да, ну в общем тут много, ну и к этому, я думаю, мы все равно еще вернемся. А, что еще по бюрократии? А, понятно. Понятно. Ладно. Ладно. Тогда ставлю паузу и что-нибудь планирую. Ну что, магия монтажа. Получилось вот что-то такое. То есть зоны перенесу сюда. Тут кабинеты. Это технические помещения. Ну, тут не знаю, что еще будет. Вот это, скорее всего, будет камера общая. Вот это дворик. Ну, или наоборот. Кухня, столовая. Ну, и, не знаю, может быть, душ сделаю здесь. Вот. Посмотрим. Вот. Ну, и давайте. Что нам? Гранты нужны, да? Так, гранты. Административный центр взяли. Ну и базовая тюрьма. Камера, двор, душевая, кухня, столовая, два охранника, два повара. Взяли. Так, не то. Делаем. Да, я тут еще доковырялся до вот такой штуки. То есть можно территорию каким-то образом или расширять, или, ну, в общем,
Вопрос только в том, сколько это денег стоит. Так, ну что, где наше строительство? Здание. О! Белая стена с плиткой. Понижает цену камеры, понижает оценку. А это повышает или ничего не делает? Ладно, нам нужны здания. Значит, кирпичное, бетонное. Ну, давайте. Значит, два кабинета здесь. Да, надо же снять. Вот. И две двери. Ах ты, блин, все забыл. Стены, стены, стены. Двери. Вот. Так, нам нужна, значит, служебная дверь. Раз, служебная дверь. Блин, по-моему, я все отменил. Так. Еще раз. Здание. Есть. Двери. Вот сюда хочу и сюда хочу. Так, тут, тут. Наверное, тоже будет здание. Да, тоже кирпичное. Честно, не знаю, что это будет. Вот, ну, пока так. Так, дверь. Скорее всего, служебная. Откуда бы тебя? Ну, давайте отсюда поставим. Так, товары. А, да, зоны, зоны, зоны. Зоны, зоны, зоны. Значит, нам нужно что? Доставку. Доставку отсюда надо убрать и поставить ее вот сюда. Вот так. А мусор сделать, наверное, вот так. Все. Так, и камера. Блин, где бы камеру сделать? Ладно, стены. Где-то у нас были чудесные. Вот, стена с решеткой. Или просто ограду. Наверное, просто ограду. Значит, сюда. Сюда. И сюда. Только это надо будет перевернуть. Так, калиточка. Персонал. Посетитель. Персонал. Калиточка. И поехали в инженерку. Значит, генератор. Ну, в общем, все как... А почему ты не ставишься? Ага, бойлер поставился. А генератор? А, дерево. Демонтировать. И вот это тоже. Демонтировать. Так, давайте, наверное, чутка скорости прибавим. Что-то они не с того дома начали строить. Блин, лампочки, ладно. Забыл отключить лампочки автоматически. Ой, как же долго. Давайте. Так, а у нас еще, по-моему, зона была... Блин, все позабывал.
не сюда. Типа продажа или что-то такое. Как это называлось? Забыл. Да, кстати, детская это для заключенных с детьми. Прачечная, мастерская. Ладно. Фиг с ним, потом найдем. Так, все, сломали. Давайте быстренько. А пенек выкинуть не догадались. Так, скорость. Все. Ура. Так, попытка номер 3. Ура. Получилось. Ну, кондёр. Наверное, пока не установят, нельзя кондиционер, да, ставить. Так, хорошо, теперь быстренько. Быстренько, быстренько, быстренько. Кирпичная стена. Сюда стенку. Кабинет. Кабинет. Так, и что там нужно? Стол, стул, картотека. Стул. Картотека и стол. Где стол? Так, и сюда то же самое. Угу, установили. Так, картотеку. И стульчик. Да, установили. Так, быстренько инженерку сейчас прокладываем. Кондёр. Так, как вот это удалить? Демонтировать. Вот это. Так, и рубильник сюда. Рубильник сюда. Сюда кран. Так, трубу. Так, так. Ладно. Прям под дверью проходит. Но я думаю, ничего страшного. Током их не убьет. Так. Ой, время, 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 время. Где наши гранты? Кабинет готов? Нет, не готов. Прибытие 17 часов. А, ну 17 часов еще хватит. Давайте быстрее. Все, кабинет готов. Так, персонал. Начальник тюрьмы. Есть. А вот теперь полезли в бюрократию. Что добавили? Садоводство, уборка. Блин, а тут ничего и не добавили, кстати. Так, ладно. Открываем финансы. И охрану. Поехали.
Так, кухня. Кухня. Точнее, столовая. Так, тут дверь общая должна быть. Ну, наверное, где-то здесь. А, двухстворчатая дверь есть, кстати. Блин. Почему он отменяет сразу все? Вот это вот плохо. Так, двухстворчатая дверь. Во. Чтоб теперь не бегать двумя дверями, все это дело не устанавливать, можно будет так делать. Так, кабинет. Кабинет, кабинет, кабинет. Так, нанять бухгалтера. Ну, давайте. Так, а двух охранников мы, по-моему, и так можем, да, нанять? Да. Без начальника охраны. А, так, комната. Значит, это будет кухня. И вход сюда только служебный. Где-то отсюда. Блин, полы. Сволочи. Так, бетонный пол вот сюда. Так, и надо настроить, где у нас. Блин, все позабывал. Кухня, столовая. Вот что значит. Давно не играл. Так, раздаточный стол. Стол, лавка. Угу. Поехали. Так, стол. Давайте раз. Ну, вот так вот. Так, так. Так, так. Я думаю, пока хватит. И раздаточный стол. Я думаю, вот так хватит. Так, и мусорка. Электричество. Раз, два. Раз, два. Пойдет. Так, а почему вы это дерево никак не срубите? Расскажите мне. В темноте сидят. Так, камера. Камера. Большая решетчатая дверь. Вот сюда. Так, это будет двор. Так, и надо сразу открыть будет. А, кстати, да. Можно ж нанять уже. Фермер. Нет, фермер нам пока не нужен. Нет, еще нельзя. Ой, давай. Бухгалтер. Все, грант закрыт. Идем в следующий грант. Нам нужно вот это. Дополнительный грант. Ну и пока, наверное, все. Пока хватит. С медблоком, ну, такое. Так, кухня. Кухня, 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 кухня. Кухня, кухня, кухня.
Так, плита, холодильник, мойка. Плита. А что значит высокий холодильник? Контейнер для отходов высокий. Пятьсот. А этот? И этот 500. А в чем разница? А, требуется фермерство. Я понял. Так, и мойка. Ну, пока так. Все равно потом это будет перестраиваться и не один раз. Так, теперь электричество. Теперь электричество. Значит, выводим сюда. Выводим сюда. Сюда. Вода. Сюда. Блин, может сюда и бойлер бы имело смысл поставить. Или на кухню его впихнуть. Так, ладно. Воду сюда. Тут вода не нужна, да? Хотя... Ладно. Так, электричество у нас пойдет вот так. Мойка там. Ну, где-то сюда пока доведем. Строите? Строите. Так. Калиточку. Калиточку вам куда-нибудь вот сюда. И это у нас будет двор. Это у нас будет двор. Так, а это будет общая камера. Общая камера, а вот тут будет не так, а вот так. Душ. Так, чуть-чуть помедленней. Чуть-чуть помедленней. Где кирпичная? Что там надо в камеру? Замкнутое пространство. Туалет, лавка маленькая. Так, объекты. Туалет. 4 штуки. Кстати, давайте сразу. Насадка для душа. И ну, вот такую штуку. И сюда дверь. Упс, не там. Сюда обычную дверь. Да, наверное, еще один туалет. Ладно, гулять-то гулять. Лавка. Лавка. Раз. Два, три. Вот, и электричество. Где? Раз, 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 раз. Давайте одну лампочку вам в душ повесим. Так. Кухня, столовая. Блин, что-то они как-то слабенько работают. Так, сюда вам. А, блин, я лампы забыл. Я лампы забыл, лампы забыл. Вот сюда вот. Надо ж лампочку повесить. А, и воду подвести. Так.
Давайте быстрее вот тут стройте. Скоро приедут красавчики. Душевую, общая камера. Так, двух поваров. И двух охранников. И быстренько, быстренько достраивайте сюда. Давайте. Пока вам инженерку сюда подтащим. Так, а как бы ее притащить? Давай вот сюда, сюда. Вот так. На все тяп-ляп. Малую трубу сюда. И малую трубу сюда. Давайте. Исполняем. А я пока уберу вот это вот. Так, ну чё? Сколько у нас, кстати? Ну, 8. О. Еще что-то довезли. Да. Блин, через 2 часа привезут, а у вас камера не готова. Вы чё? Ой, да ладно. Доделали. Так, сюда. А, все, даже так. Ладно. Тогда не будем. Ёлки-палки. А общая камера? В смысле, ну, замкнутое пространство. Так, стоять. Классно. Так, а где у нас был склад? Вот он. Да, вот сюда вот сделаем склад. Пусть они это все оттуда перенесут. Подожди, а почему? Блин, уже заключенных привезли. Так, а ну-ка, пауза. Пауза, 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 пауза. Давайте смотреть. Общая... А, блин. Все, я понял. Вот так. В смысле негде питаться? Подожди. Вы хотите сказать, что вы вот сюда не дойдете? Вы серьезно? А, я, кажется, понял. Блин, ну тоже правильно говорится. Если не накосячил, то и не играл вовсе. Так. Тут ограда. Тут ограда. Тут ограда. Тут, ладно, фиг с вами, здание. Здание с двумя дверями.
служебными, да, сюда и сюда. Тут ограда, о, газетка. Ничего не понятно, но очень интересно. Да, елки-палки, закройся. Так, вот тут ограда, да, да, и вот тут забор этот. Все, вот по идее вот так они должны добегать. Так, давайте посмотрим, что у нас там есть по грантам. Основы фермерского хозяйства. Наймите сотрудника для работы на ферме, постройте функционирующее должным образом помещение, огород, фруктовый сад, фермерское поле. Посадите 5 возделываемых культур любого вида в каждом помещении. Да. Кстати, а кого там привезли нам? Угу. Угу. Ну, понятно. С детьми пока никого нет. Так, ну чё, достроили? Ну. Все. Ура. Тюрьма заработала. Ну что? И автосохранение подъехало. Я думаю, первую серию можно заканчивать. Тюрьму мы запустили. Вот. Ну и в следующих сериях будем перебираться на вот этот остров. Да? Может, как-то тут делать планировку, уже камеры разбивать, там блоки всякие. Кстати, давайте пока мы еще здесь, посмотрим на вот такую вот штуку. Засыпать туннель. Это стены, не то. Где у нас соломенная стена? Да ладно. Где у нас может быть... Блин, конечно, они тут добавили много чего. Меня интересует остров. То есть, типа, вот так вот можно добавить остров? Или как это? Я могу вот так вот клацнуть и появится остров. Интересно. Так, это что такое? Это двор. Вот это вот. Территория маленькая. Что это? Что это нам даст? Ну, это планирование, но... А, песок, трава. Понятно. Отмена. То есть я могу сам, да, насыпать? А ну-ка. Ну-ка, эксперимента ради. Что они сейчас сделают? Засыпят они вот эту вот воду или нет? Ну, по воде аки посуху. Ага. То есть вы хотите сказать, что я могу любой остров сделать так, как мне нужно? А, хорошо. А если, допустим, мне нужна вода? Стоп. Ландшафт и острова.
Лодочный причал. Так, подождите, а где? Обведите область на воде. Чтобы создать случайный остров, будьте внимательны и не нарушьте водные маршруты доставки. А как их посмотреть? То есть я типа вот сам рисую, как они подъезжают, что ли? Вода большая. Ага, то есть есть мелководье. То есть я могу просто вот так вот взять и сказать, что, ребята, я хочу тут видеть воду. Вот такую красивую квадратную воду. И все? И у меня будет вода? Блин, ну это, знаете, даже как-то неинтересно. Ну да. Смотрите. Не, это как-то даже неинтересно. Это чё за прикол играть с островами, если ты этот остров можешь как хочешь переиначить под себя? То есть, ну, смысл мне сейчас вот в этот остров тогда вписывать какие-то здания, когда я могу его просто хоп-хоп-хоп квадратиком сделать красиво и все. И Венеция. Ладно. Фигня это все. Это будем потом смотреть. А на сегодня это все. Всем спасибо за внимание. Лайки, дизлайки, комментарии. На канал не забываем подписываться. И до новых встреч в следующих сериях. Пока-пока.